Всем привет, дорогие! Сегодня мы готовим салатик. Те, кто любит свеклу, оставайтесь с нами, потому что салат будет из свеклы. Свекла вареная, отварная, 540 грамм. 70 грамм грецкого ореха, 140 грамм чернослива. Сейчас чернослив я залью кипятком. Заливаем чернослив кипятком. Запах сразу пошел. Сейчас нарезаем свеклу. Вот как вам нравится, так и нарезайте. Порежу свеклу кубиком. Всыпаем в миску, в которой будем размешивать салатик. Следующий этап. Мне нужно измельчить грецкий орех. Сильно усердствовать не надо, превращать его в пыль. Я люблю, чтобы кусочки чувствовались на зубках. Мне нравится. Орехи отправляем тоже в миску со свеклой. Чернослив как угодно можно измельчить. Как желаете. Я вот соломочкой. Всыпаем в миску. И теперь нам остается подсолить. Подсаливаем по вкусу. Добавлю я лимонный сок. Я добавлю это по желанию и по вкусу. Я столько добавлю. Так, перемешаю. На глазок, как говорится, добавила. Теперь сюда добавляю 2 ложки оливкового масла. Добавляю черного перчика. Тоже по вкусу и по желанию. Пахнет. Ребят, смотрите. И у нас что получилось? Полезно, просто, вкусно и быстро. Вот так мы приготовили этот вкуснейший, я считаю, салатик. Сейчас нужно дать ему настояться. И мне попробовать. Ну-ка, обязательно попробуешь. Минимум часик. И потом мы будем его кушать. До новых встреч на нашей обновленной кухне. Она у нас еще в процессе. И всем желаю крепкого-крепкого здоровья. Увидимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока. Прошел час, салатик настоялся. Невероятно вкусный стал. Я его готова кушать на завтрак, на обед и на ужин. Пашкой вот прям самое то. Сейчас попробую. Ну, очень вкусно, правда. И орешки, и чернослив, и свекла. Все дополняет друг друга. Чувствуется лимонный сок и масло оливкового немного. Очень вкусно. From up here. World seems small. We can sit together.